В Рамиле мотоциклист погиб в ДТП. ЧП произошло накануне вечером. Как говорят очевидцы, молодой человек, которому на днях должно было исполниться 20 лет, собрался купить мотоцикл, но перед оформлением сделки решил опробовать агрегат и прокатиться по улице. Он ехал по 1 мая, когда навстречу ему вывернула маршрутка. Она хотела повернуть на улицу Ленина и не пропустила мотоциклиста, так сообщают свидетели ДТП. Молодой человек начал тормозить, но у мотоцикла оторвалось заднее колесо. В результате удар. Байкер погиб на месте аварии. Водитель маршрутки не пострадал. Полицейские увезли его на медосвидетельствование. Ведется проверка.